Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии устраняют последствия стихии в Гагарском районе. Основная задача спасателей – откачка воды с подтопленных помещений, очистка ливневых стоков и, при необходимости, подвоз населению чистой питьевой воды. А накануне весь личный состав ПСО Гагарского района, а также дополнительные силы МЧС Абхазии работали в зоне стихийного бедствия. Сильный ливень привел к серьезным подтоплениям в районе, фактически заблокировав движение автотранспорта. Для оперативной оценки масштабов происшествия министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня совершил облет затопленной территории. Непогода стала причиной чрезвычайных ситуаций и в других районах Абхазии. В Гулрыбском районе у Ольгинских водопадов группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники пожарно-спасательного отряда города Сухум по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки 10 туристов и 3 местных граждан, доставив затем их в столицу. 19 человек были эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюсера. В селе Агараки Гудаутского района, а также в ущелье реки Бзыбь, в Рицинском национальном реликтовом парке сошли селевые потоки и перекрыли транспортное сообщение. Расчистка дорог ведется со вчерашнего дня. В районе села Лохадзе Гагарского района мать с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стала уносить в море. Однако благодаря усилиям и бесстрашию очевидцев происшествия мать и ребенок были спасены.